Всем привет, с вами Шмагова на канале Уши Маги. Сегодня поиграем в игру под названием Pilgrims, они же Пилигримы. И попытаемся... надо вспоминать, что у нас было. Насколько я помню, мы должны как-то убить этого охотника. Ой, охотника, дракона, что я несу. Но прежде чем мы убьем его... Надо вообще вспомнить, подожди, давай к костру подойдем. Я что-то вообще забыл все просто на свете, что там было в игре. Как я понял, смысл игры это прийти к бабке и отдать ей цветочек этого птенца. И она нас увезет, типа, на следующую карту, на следующий уровень. Но пока что непонятно. Так, подожди. У нас есть охотник. У нас есть меч, но мы мечом не можем убить этого дракона, потому что он говорит, что за невестку дам вам сундук с золотом. Вот. Но мы же рыцари круглого круглого стола, поэтому давайте попытаемся с вами... Вот тут бабка. Это мы с вами видели. Она ее убила и забрала ее дом. Так, а если бабку... Нет, сейчас, а подожди, а если не бабка будет, а охотник? Так, охотник стреляет нормально. А, мы метлу можем забрать. Так, теперь смотри. А что если бабка... Да, хорошо, я понял. Две бабки не поделили жилье, я понял. Это, короче, это теща, а с другой стороны свекровь, типа, знаешь? Так. Так, и что происходит? Так, слушай, а если мы огонь? Если мы огонь из глаз потушим? Давай попробуем. Потому что... Мы, по-моему, в той серии такого... А, кстати, это вторая серия, если кто не знает, то это вторая серия данной игры. Там есть рыбку, но рыбка нам пока не нужна. Или нужна, давай возьмем рыбку, да, одну. Так, давай-ка возьмем рыбку одну. Вот так. И где червь? И червяка. Может быть, потом где-нибудь понадобится рыба нам. Так, и рыбку мы поймали, и все отлично у нас теперь. Так, и мы теперь, смотри, мы теперь идем к бабке ёшке, да, и, собственно говоря, попытаемся. Я не уверен, что так получится. Все сначала надо делать, ё-моё. Так, а где желудь? Желудь тут. Так, она... А, метла-то у меня уже, да, я что-то тупанул. Я забыл. Да промотайся, отстань. Я забыл, что у меня метла-то уже в руках. Вот так сделаем. Перемотаем. И водой. Ау-ау. Так, бабка ушла. Чё там в доме? Пока-пока. А, в смысле? Мы бабку потеряли тупо просто и все? А птицу поймать можно? Птицу поймать нельзя до сих пор, короче, да? Так, надо думать. Так, я ближе к птенцу, получается. У нас осталась метла. А, ну мы карту здесь, да, типа, открываем. Ага. Какие-то карты. А я просто до этого в той серии не смотрел на карты. Хорошо, ладно. Так.
Вот с этой локацией я вообще не знаю, что делать, потому что там тупо пусто и все. А как бы этого, подожди, а там же этот священник, да, здесь у нас в церкви священник, как бы его вылудить? Выходи, говорит, выходи, я тебя немножко... А слушай, на него он даже не выходит. А на него? Так, а если на тебя мухомором тебя покормить? Не, мне это не надо. Так, а метло? О, сейчас он зач... Ах ты, собака, тварь. Нет. А это что за кнопка? А, это просто, да. Прикольная кнопка. Так, ладно, давай тогда... Блин, я даже не знаю. Слушай, а что если мы... Остой! Или не остой? Или так получится? Мы же можем сварить мухомор, например. А, вода нужна. Блин, забыл про воду. Мухоморами, может быть, как кого-нибудь зафига... В смысле? Помылся, наконец-таки! Ой, ёптель, это кто такой? Я водяной? А что ему нужно? Подожди. А если ему... А, подожди, если его выловить? Дай эту. А если мы вот так сделаем? На рыбку его поймаем. Поймается он или нет, интересно? О! Ох ты, скотина, тварь! Он просто взял мою рыбку, съел. О! Ням-нямыч? Ням-нямыч? Типа, спасибо и все? Что такое? Да, карточку новую открыли, но... А, подожди, а как его выловить-то? А если мы... А давай на мухоморова па-па-па-па-па-па-пам. Вот так вот. Пульк. А потом его можно, может быть, связать, типа, да? Или нет? А, собака! Чё, поплохело? Чего-чего? Блин, нет. Но нам дали какую-то карточку, типа, убитый. Не-не-не-не-не. Да. Нет, а слушай, а если на алкашку его протянуть? Подожди, может быть, этого водолея... Водяной, я водяной. На алкашку можно протянуть? А, рыба нужна. Блин, забыл. А чтобы рыба, нам нужен червь и... Давай, сейчас сделаем. Может быть, получится вот так. Назад, сюда. Наполним сразу чан с водой, чтобы у нас хоть что-то было, потому что... Так. Да ты надоел, слышь? Тут водяной, все, я понял. Так, давай назад. Давай половим рыбку. А, негде больше рыбку ловить. Тогда ты пойдешь у нас. Да, ага. Тут только, ну да. Вот рыбку и червь. Так. А как охотникам поймать этого ссаного? Ну ладно. Так, рыбку мы поймали, чтобы бутылочку взять. Так, и теперь знаешь, что сделаем? Смотри, рыбку, мухомор, во-первых, да, заберем опять еще один. Рыбку пожарим. Нет, не так. Вот так, ага. А может быть, этому чуваку нужен рыбный супчик? Добротка. Добротка! Да. Так, а давай рыбный суп попробуем сварить. Может быть, этого членистоногого можно этим супом, типа, прикормить, чтобы, ну... Так, червя возьмем сюда за бутылкой и сделаем суп из рыбы. Если получится, я не знаю. Ну, попробуем хотя бы, да? А, блин, это... Отстань! Ты мне не нравишься, чувак. Вот сюда. Я забыл, что здесь этот... Так, рыбку ему на. Оп, оп. Какая классная рыбка. Очень вкусненько, очень вкусненько. Сейчас я принесу тебе немножко крепенького. Оп, бутылочка ромчика.
Бутылка ромчика. Так, давай-ка не сюда, вот сюда. А зачем сюда? Подожди. А я же рыбу хотел поймать, точно, я забыл. Вот сюда рыбу. Поймаем сейчас рыбу и сразу же... так, смотри, вот так сделаем. И червя вот так вот. Бульк. Потом охотником, короче, зайдем. Потом охотником... Охотником. Охотник должен зайти, так. Так, охотник. Теперь охотник у нас удочку и алкашечка. Да нахер... Я вчера классно проводил время. Опа. О, классно. Я тоже вчера классно. О, его можно сейчас... А, нельзя поймать его. Блин, я хрен знает, что надо сделать. Что там, нам дали опять еще какую-то карточку, типа, под алкашкой он. Блин, а как его все-таки выудить? Ладно, пойдем сделаем, попробуем. А, стопэ. Водичку. Да подожди, водичку набрать можно? Можно. Так. Вода, вода. Вода, вода. Так, и пойдем сделаем рыбный суп. Попробуем. Я не уверен, что получится, но... Но может быть. Так. Опа. Ой, опля. Да, рыбный суп получается. Или не получается? Да, отлично. Так. Пойдем-ка его накормим этим... этим варевом. Так, ты у нас... Так, а вот так и вот так. Ням-ням-ням! Блин, не, не то. Не то пальто. Подожди, а мухомор мы можем сварить на этом? Я просто увидел, что микрофон. Микрофон. Как он? Мухомор? Ё-моё, я уже даже забыл слово. Мухомор. Так, мухоморевый суп мы взяли. Может быть, мухоморевый суп? Да блин! Вот так, если сделаем. Что будет? Нормально тебе? Классненько же, да? Блин, его нельзя, короче, поймать. Блин, я мухомор просрал зато. А, ну он здесь. Так, ладно. Подожди, а вот эту хрень можно сварить? Что она делает, вот эта штука? Это какое-то зелье непонятное. Пойдем, может быть, священнику его дадим. Я просто не знаю, что это зелье делает. Если было бы описание, то это было бы одно дело. А, слушай, а желудь нельзя? Желудь нельзя сварить, например? А, он засыпает. Так. Ага, нам дали одну карточку. Спящий священник. Спящего священника нельзя за это самое? Можно! А как его утащить теперь? Подожди, а вот ты? Можно его так сделать его? Нет, нельзя. А вы удочкой, например? Блин, а я просрал веревку, получается, да? Не знаю. Я просрал веревку. А где я веревку брал? Я не помню. Так, а чё с драконом? Подожди, может быть... А если подмести у дракона, получится что-нибудь сделать или нет? Давай попробуем. Здоровушки. А я можно подмету у тебя, а ты будешь добрым драконом, нет? Он сразу дерется. Так, еще новая карта. Так, шикарно. А что теперь делать? Можно вот так заколоть его, наверное, да? Нельзя его заколоть.
Надо, чтобы дракон заснул. А мы знаем, как, чтобы дракон, чтобы заснул, надо что сделать? Надо к бабке сходить за цветами. А этот-то дурак спит, подожди, в церкви-то своей дурацкой или нет? Давай проверим, потому что это очень важно. Да, он спит, все, отлично. Значит, у нас есть, значит, спящий церковный служитель. И... Ой, это что такое? Здоровушки. Что нам дашь? Ой, как мило, цветочек дали. Что это такое? А? Тоже какая-то карточка открылась, не знаю. Так, она там тяпкой усердно работает. Так, давай, наверное, воду наберем, сварим этих, попытаемся вот там сделать заданница, да? Так, ты у нас воды... Да, подожди ты, дай воды набрать. Ой, вода, какая хорошая вода. Забираю водичку. Классный у него этот, да? Подсолнух. Так, теперь давай на костер сварим этого зелья еще одного. То есть это... А, ну это, короче, маг. Но маг... такой маг, что он... типа от него засыпают. Странно, конечно. Но, наверное, так оно и есть. Не знаю, я не буду вдаваться в логическую составляющую игры. Но в целом, да, наверное, да. За него, наверное, да? Потому что... А нет, за него. В смысле, а где это говно? Я не забрал с костра этот отвар? В смысле? Я же там был только что. Я не забыл. Ты шмыга, ты, конечно, такой ты шмыга, а? Вообще, Ник следит за игрой ни капельки. Стой, не ты. Вот ты. Так, он заснул. И... Карточка появилась. Теперь-то можно его... О, хорош! Мы победили дракона. О, да. Мы как Шрек. Так, теперь пойдем к королю. Он нам что-то обещал. А, он обещал жениться на этом всем. А, ну, наверное, сейчас... Наверное, нам дадут в команду, ну, его дочку, наверное. И мы с ней что-то будем делать. Ну, червяка немножко возьмем. Так. Это что такое, голова дракона? Любовь, морковь, ты теперь у нас король. У-ля-ля. Ой, такая-то у меня красная щека, такая-то красивая. А у тебя такой красивый нос и ноздри. Вася. Нельзя? О, птицу. Давай, лови птицу, быстрей. Не получается. Нам еще один разок нужно сделать. Нам нужно еще один раз сделать. Что за карточка? Ну, сразу три карточки, смотри, классно. Голый король, да, это прикольно. Ну, это забавно. Три карточки. Нам нужно что-то сделать со священником, получается, да? Непонятно. Так, а пойдем, может быть... А, подожди, может быть, вот сюда пойдем, потому что... А вот здесь что, подожди? А здесь уже все, да? А здесь? Локации просто, видишь, уже больше нету, поэтому я даже не знаю. О! Он... Давай дружить просто так? В смысле? Я же на той локации был в той серии, в первой. Там не было никакого этого чувака, таракана типа. Таракане. Не, это муравей какой-то. Он говорил, что он хочет кого-то связать, типа. О! Так, у меня есть козел, ну точнее это черт, дьявол. И он сказал нам, что он хочет связанного чувака и типа его бросить или не бросить. По-моему, он говорил, что... Да, все правильно.
Церковь в ад затащил. Ой, в смысле не церковь, а священника. Пока. О, да ладно, и все? Мы сейчас поймаем эту птицу? Серьезно? Да ладно. Вот это угар. Так, мы поймали птицу. Соответственно, мы можем уходить с уровня? Да ладно. Но я надеюсь, что... А там кто? А, это я и есть, да. А вот это кто? Это кто-то новенький, смотри. Новый священнослужитель. Молодой, молоденький. Сейчас мы тебя обработаем. Ой, здоровушки. Может быть, хотите послушать... Бла-бла-бла-бла-бла. А нет, он с ним... А нет, он что-то с ним поговорил. Нам надо ли какую-то карточку? Черт и... Ага, так. А. То есть, если я сюда сейчас пойду, то я уйду с уровня, получается, правильно? Так, а что мне еще остается здесь делать? Здесь бабку я отправил, этого поженил, этому все дал. Там тоже... Здесь что у нас? Я забыл. Трактир. А что там трактир? Что у меня осталось? А, подожди. Да-да-да-да. Я хотел проверить этот. Пойдем к озеру. Я хочу проверить одну штуку. А зачем нам рыбный суп тогда? Непонятно. Так, ладно, удочку. Сейчас на удочку поймаем рыбу. А что с ней будем делать? Пожарим просто, типа, да? Так, давай-ка желудь попробуем сварить. Получится сварить желудь или нет? А может эту птицу сварим? Сварить птичку, это ж так романтично. Да, желудь можно сварить. Нет, нельзя желудь сварить. А птичку? Нет, птицу тоже нельзя сварить. Давай рыбу сварим тогда. Так, у нас остался водяной только, да? А, так а я водяного не могу. Я водяного не могу выцепить-то никак. Так, а здесь что у нас? Пойдем посмотрим. Ну, там, по-моему, медведь убежал и все, да? Так это получается конец этого уровня, получается, да? Ну, ладно. Червяка... О, еще червяк здесь есть, кстати, смотри. А здесь больше никого нет, я даже не могу зайти. Ладно, давай на другой уровень, посмотрим, что нам на другом уровне. Ну, в принципе, как-то быстро все прошло, да? Мы особо... Не, ну да, были тупники, конечно, но, в принципе, все так живо все сделали. Да-да-да-да-да. На, держи. А, это ее птица. А я думал вначале в первой серии, что мешает спать, типа, ей. Так, мы плывем по реке. Скорее всего, сейчас будет какая-то новая локация. Так, и что мы тут поимели за карточки? И все, да, в смысле заново? А уровень, я думал, это первый уровень, типа? Первая карта? Серьезно? Да, это очень странно, но ладно. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был Шмыга, это были Пилигримы. Что-то как-то очень быстро игра закончилась, но ладно, не мне судить. Всем счастливо, всем пока. Ур!